В минувшие выходные в Ахьяре состоялась большая праздничная концертная программа под названием «Бызым-Айле», организованная Севастопольским региональным центром крымско-татарской культуры, который более 30 лет, прививая любовь к родной культуре, объединяет крымских татар всего региона. И этот центр появился именно тогда, когда наш народ только начал возвращаться в 92-м году в город Севастополь. Это первые праздники здесь, это первые дедушки, бабушки, которые приходили к нам. Для нашего крымско-татарского народа семья, большая семья, много детей – это основные ценности нашего народа. И воспитание в традициях наших национальных, чтобы они сохраняли свою культуру. Крымско-татарскому отделу в СЦКИ, который действует уже 32 года, вот в июне исполнилось. Диана Ханум все эти годы занимается нашей культурой в Севастополе. И еще одна дата приятная, годовщина исполняется новому крымско-татарскому коллективу. Нет, коллектив занимается именно в городе. У нас обычно предыдущие, все Ахьяры эти годы в основном занимал сельской зоной, потому что 80% соотечественников живет в селах. Первые хореографические коллективы в Ахьяре были созданы в 1992 году. Сегодня успешно свою деятельность в селах региона продолжают 7 развивающихся ансамблей. По инициативе родителей в прошлом году в городе был создан еще один детский коллектив – крымско-татарский хореографический ансамбль «Ниет». Он открыл дорогу на сцену уже более 40 талантливым танцорам в возрасте от 4 до 16 лет, успехи которых сегодня порадовали зрителей. Благодарность всем нашим родителям, которые сделали все, чтобы ансамбль состоялся, чтобы он родился, чтобы он развивался и, конечно, радовал нас своим искусством. Дети наши очень сдружились, настолько они сплотились, и мы очень этому рады. Благодаря танцам они изучают и культуру, и язык. Концерт своим выступлением украсили певица Эльвина Юлдашева и ее ученики, талантливые исполнители народного вокального коллектива «Эбидиет» имени Наджия Филимоновой из Бахчисарая. В мир крымско-татарской национальной культуры гостей окунула и представленная в рамках праздничной программы выставка декоративно-прикладного искусства. Живопись, керамика и вышивка с традиционными крымско-татарскими орнаментами, украшения, изделия из войлока, кожи, работы современных крымско-татарских мастеров, каждый из которых вносит в традиционное искусство свои идеи. Небольшую подборку работ, связанных с летом. У нас рядом находятся ромашковые поля, лавандовые поля. Вот представлены пока ромашковые поля и свои розы с садом. Ну и плюс подборка небольшая сумок из кожи. Тоже еще одно новое увлечение. Этот год в Ахьяре ознаменовался еще одним значимым событием. Была открыта группа по национальной вышивке под руководством вышивальщицы Хатидже Юнусовой. Ученицы севастопольской группы уже участвуют в выставках. В мастер-классах, да, мне очень приятно, что уровень у них очень высокий и что активно они работают именно в направлении крымско-татарской национальной вышивки. На данной выставке представлена вышивка в разных техниках, техники букме, татары-шлеме, махлама. Это самые наши распространенные виды вышивок. Их вышивала как и я, так же и мои ученики.